Зовут меня Долгонюк Борис. Считаю себя художником-акварелистом, так как работаю в технике акварели. Сегодня здесь висят около 20 моих работ. Пришел к этому совершенно случайно, к технике акварели. Акварель очень нравится. Работаю примерно 2 года. Акварель более спонтанно, более быстрее, наверное. А маслом там многослойность, это мне не нравится. Это все, в общем, процесс очень долгий, а акварель можно работу сделать, ну, примерно минут за 30. Вот. И сейчас акварель, мне кажется, очень набирает такую популярность среди молодежи, поэтому акварель. Там нет белой краски, и все белые места приходится обходить. Такой драйв своеобразный, сложность в этом все. Начал все это, конечно, смотреть в интернете. У меня образования нет никакого художественного. Посмотрел в интернете, как это делают остальные. Попробовал сам. И, ну, так, теперь я хочу показать это вам, наверное.